Привет, друзья! Признаюсь, питаю чувства к автодомам Adria Compact Plus во всех модификациях. И тут, мне кажется, нас ждет что-то интересное. Давайте знакомиться. Я предупреждаю, что я в этом автодоме еще не был ни разу. Мы сейчас вместе в него зайдем и посмотрим. 2020 год. Какая-то интересная планировка с продольными кроватями. Но это мы, в принципе, поняли по аббревиатуре DL, друзья. Ди – это всегда оппозитные вот эти сидушки, которые в гостиной находятся, а Эль – это всегда продольные кровати. Ну, давайте посмотрим, как это реализовано внутри. Fiat Ducato 2.3, турбодизель, 130 лошадиных сил. Тут у нас без изменений. Красиво вписалось в экстерьер маркиза. Давайте же скорее посмотрим, что внутри. Не терпится прям. Дверь. Мы с вами много раз видели ее. С окошком и с ведерком. Не буду тут сейчас все дергать. Вот, собственно, этот стол, который может складываться, вращаться, опускаться, чтобы оборудовать здесь еще одно спальное место. Оппозитные кресла или диваны, которые друг напротив друга располагаются. Но скажу, что когда вам нужно ехать четвером, двое сидят в кабине, соответственно, двое должны сесть где-то здесь. Но мне кажется, что здесь только трое могут сесть, судя вот по этому подголовнику. Если, конечно, есть какой-то механизм, а он, по-моему, есть. Друзья, давайте посмотрим. Нет, слушайте, нет, здесь ничего нет, друзья. Я думал, что здесь четвертое место еще оборудуется. Но тут у нас никаких обозначений нет. Видите, здесь нельзя передвигаться. Хотя, подождите. Есть, друзья. Здесь есть ремень. Он находится внизу. Сюда ставится металлическая консоль. И человек едет все-таки, но спиной по направлению движения, друзья. Крутой панорамный люк. Надпись такая компактная, мы с вами видим, да? Выглядит симпатично. Стол, повторюсь, да, принимает различные формы. Помогает нам оборудовать спальное место здесь. Очень интересный кухонный блок, который неожиданно расположился по левому борту в этом году, друзья. И мне кажется, выглядит очень даже симпатично. Газовая плита, мойка. Там посмотрим, что... Да, есть вытяжка, освещение, кухонные ящики. Дальше мы с вами видим слева санузел, то есть туалет. И душ. И здесь мы с вами видим из Твина вот эту систему, которая нам помогает получить просторную душевую кабину, друзья, с отдельным смесителем. Вот так вот все, в принципе, неплохо. В компактах, друзья, всегда как-то интересно. Очень странно, что в России не популярен этот размер. Мне кажется, потому что у нас любят все-таки кататься семьями, а в Европе эта тема все-таки больше для пенсионеров, и поэтому здесь этот формат популярен. Спросите, где гардеробы? Вот они, друзья, слева и справа. Мы видим с вами, видите, можно вешать одежду. Вот этот, кстати, четвертый подголовник, про который я говорил. Да, он здесь есть, это для четвертого пассажира. Тоже. С этой стороны мы увидим с вами гардероб. Можно сложить кучу вещей. Здесь тоже места для хранения. Тут у нас пространство делается либо общее, либо можем это разделить. Вот эта штучка отодвигается, и получаются две раздельные кровати, друзья. Подвесные ящики по классике, большой панорамный люк, приятная отделка, фонарики. Там USB-розетки вас ждут, которые встроены в этом году. Прям вот фонарики бра. Так что искать не будете. Вот такой, друзья, Adria Compact Plus DL. Интересный кухонный блок в этой модели. Мне он очень как-то симпатичен. Он, знаете, как-то вроде как на проходе расположен, и... но как-то вот хорошо вписался. Вот сюда мы не заглянули. Здесь у нас гардероб, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, впереди много интересных роликов.